Телеканал КРТ представляє. Є громадяни, які ходять на роботу та заробляють собі на хліб тяжкою працею. Інші стали невеликими підприємцями, теж завзято працюють, створюючи робочі місця для себе та ще декількох людей. Але маємо тих, хто приватизував національне багатство колишнього Радянського Союзу, перетворившись на олігархів. У них є не тільки заводи та фабрики, у них є у власності ціла, по суті, Україна. Вони так вважають. У студії Дмитро Василець та адвокат Андрій Гожий, де ми в програмі «Презумпція винуватості» використовуємо важелі громадянського суспільства, показуючи корупціонерам, політичним пройдисвітам та розпалювачам війни сили українського права. Мір вам! Невеликі новини під заголовком «Перемога». У минулому та позаминулому випусках нашої програми ми розповідали про блокування фінансування та фактичну ліквідацію двох лікарень у Києві, а також маніпуляції Держрезерву з захисними масками. Тож начальник Держрезерву Погорілого Ярослава Андрійовича звільнено, а трудові колективи лікарень об'єдналися, обрали оргкомітет і готові відстоювати свої права на найвищому рівні. Тож давайте почнемо з Держрезерву. Якщо от проаналізувати, чому саме його звільнили, як ви вважаєте, як наша саме праця впливала на те, щоб таке кадрове рішення на такому високому рівні все ж таки прийняли? Видите, Дмитрий, что повод – это не всегда истинная причина, и всегда накапливается определенное количество материала, которое заставляет власть, несмотря что их люди стоят на ключевых должностях, их снимать, прислушиваясь к гражданскому обществу. В прошлой передаче мы занимались Госрезервом, а до этого ТУФ. Мы проводили расследование на протяжении уже 2 месяцев, где четко показали народу Украины, нашим телезрителям, а также правоохранителям, президенту и прочим функционерам, что в Госрезерве творится мистика и магия, что из Госрезерва куда-то пропали 10 миллионов наших с вами масок. Ясное дело, что есть на Востоке поговорка, что соломинка ломает хребет верблюду. Да, если верблюда грузить, грузить и грузить. Поэтому надеюсь, что мы в том числе своей соломинкой сломали хребет этому верблюду, который не пускал журналистов в здание Госрезерва, которые дали пресс-релиз, что журналисты и вы, Дмитрий, там поломали Госрезерв, сломали мебель, турникеты. Они его захватили. Да, захватили, заразили коронавирусом и на тележках увезли все маски. Такой скандал не мог остаться незамеченным. Учитывая, что и слева, и справа, и сверху, и снизу приходит информация о том, что нашими государственными масками торгуют в различных учреждениях, которые на карантин почему-то не закрывались. Всякие сети эпицентров, рынки столичные и прочее. Поэтому я считаю, что мы, ежели не решили вопрос с увольнением этого чиновника, то как минимум вбили последний гвоздь в крышку гроба его политической карьеры, показав обществу и правоохранительным органам все манипуляции, которые допущены были в Госрезерве. И вы помните, мы прямо здесь в студии и написали заявление в национальную полицию, в центральный аппарат, чтобы с помощью методов оперативно-розыскной работы они проверили. И я надеюсь, что на увольнении все беды данного чиновника не закончатся, и его ждет цугундер в перспективе. А от якщо от розібратися, чому от наразі, от на момент на сьогодні, ще немає кримінального провадження з вашої точки зору щодо конкретно цього чиновника? Чому ми фактично бачимо звільнення, але ми не бачимо саме процедури по притягненню до відповідальності цього чиновника, тому що він все одно якимось чином може пролити світло на цю дуже темну історію з зникненням 10 мільйонів медичних масок?
Знаете, наши украинские правоохранительные органы на данный момент построены по принципу общества с ограниченной ответственностью, являются такими себе структурами для зарабатывания денег. Ни для кого не секрет о торговле уголовными делами, об освобождении от уголовной ответственности, о взятках, которые ходят в правоохранительной системе. Кого из топ-чиновников, либо топ-коррупционеров посадили в последнее время? Да никого. Тот же Розенблат, Пашинский и прочие, они платят либо сумасшедшие залоги, плюс сама по себе система того, что с коррупцией борются все, начиная от дворников, заканчивая специализированными учреждениями, прожирателями наших налогов, вот при ком сажали топ-чиновников. Последние крупные посадки были при преступной власти Януковича. Тогда и Луценко, Тимошенко сажали, господина Волгу закрыли были в свое время. И при этом тогда ни НАБУ, ни ДБРов, ни реформированной прокуратуры не было. Как только мы повводили САПы, ДБРы и прочие бредовые учреждения, что произошло? Система сломалась, разбалансировалась. Я не хочу сказать, что при Януковиче было все идеально, но тогда сажали, действительно сажали топ-чиновников. Так может быть, давайте проведем эмпирический анализ, да, путем опыта. Не было САПов, ДБРов, сажали. Есть САПы, ДБРы, не сажают. Так может, разогнать их к чертовой матери необходимо, освободив лишние ресурсы для того, чтобы обеспечить оперативные службы того же уголовного розыска, оперативные службы СБУ, нормальных СБУшников, которые бы реально боролись с преступностью. Заходишь в уголовный розыск, да, к операм, которые действительно на которых, ну, на плечах которых ложится борьба с преступностью, у них компьютера нету. У них принтеров нету, у них стены облезлые, старые. Они будут бороться с преступностью, а заходишь в госрезерв, гобелены, картины, золото висит. Сама система по себе не работает. И мы должны все-таки с помощью журналистики, с помощью гласности заставить правоохранителей возбуждать уголовные дела, как минимум для наработки материалов в тот момент, когда власть сменится и придет действительно народная власть, тогда мы сможем по наработанным материалам и ниточкам посадить всех преступников, которые грабили нашу страну, начиная с 1989 года. А от якщо зрозуміти от ті процеси, які зараз от, йдуть у цих лікарнях, є це офтальмологічна лікарня, центр мікрохірургії ока і пренатальний центр репродуктивної медицини. Поясніть, я думаю, що громадянам України дуже цікаво буде, і не тільки громадянам України, а я впевнений, ще і колективом інших лікарень, по якому шляху зараз юридичному йдуть ці клініки, і от яким чином там і йде юридична робота з цього приводу. Ми дуже довольні, що колективи, трудові колективи клінік, яких ми захищали, теж обратили внимание на нашу передачу и поняли, что под лежачий камень вода не течет. И права не дают, права берут. И граждане должны сами, в том числе, защитить свои права легальными механизмами, которые до сих пор еще дает законодательство, разработанное в Советском Союзе. И слава Богу, поскольку советское трудовое законодательство было одним из самых лучших в мире, его пытаются отменить и потихонечку капля за каплей отменяют уже на протяжении 30 лет, однако до сих пор у нас есть Советский трудовой кодекс, а также разработанные на основании его положений различные законы, в том числе закон о разрешении трудовых коллективных споров. Mm-hmm. Так вот, советское вот это право, не побоюсь сказать это слово, которое было перенято современной Украиной, дает возможность трудовому коллективу собраться и заявить претензии хозяину и руководству любого предприятия, любого учреждения. Поэтому трудовые коллективы собрались на конференцию, определили перечень требований к хозяину, а хозяин это у нас Киевский городской совет и, соответственно, Киевская городская администрация, чтобы финансировали больницы, чтобы предприятия не закрывали, чтобы был обеспечен кадровый состав, были проведены соответствующие конференции согласно этого закона. И избран один для этих двух медицинских учреждений организационный комитет, который будет представлять интересы
коллектива на переговорах с хозяином, а то бишь с государственной властью, с Кличком, с Гинзбург и прочей их сфорой. Наши требования были сформулированы. Вас, Дмитрий Василец, избрано руководителем этого комитета. Угу. Теперь вы, в том числе, являетесь представителем трудовых коллективов на переговорах с государственной властью и администрацией. І це дуже гарно, тому що на мене, як, якщо брати якогось лікаря чи як, на нього є тиск від саме роботодавця. А я там, по суті, стороння особа для них і народне тіло, чи як, можна сказати. Вас тяжело коррумпировать и запугать, потому что купить и запугать человека, который 2,5 года просидел в тюрьме и получил 9 лет тюрьмы, я думаю, ну, всяким Гинзбургам не под силу. Але все ж таки, я вважаю, що це дуже прекрасно, тому що і Гинзбург, і керівництво міста Києва фактично зараз зобов'язані розглядати саме вимоги колективів. І зараз ми будемо це дуже ретельно перевіряти та висвітлювати, як реагує київська адміністрація, Київ, яким чином все ж таки вони будуть робити кроки для того, щоб все ж таки забезпечити ці лікарні належним і фінансуванням, і таким чином все ж таки, щоб ми не втратили ці, по суті, лікарські заклади. Они обязаны сейчас вступить в переговорную процедуру, а просто так уже задним числом принять какой-то новый устав, разогнать коллектив они не смогут. Это будет абсолютно незаконно, и мы сможем это легко обжаловать в суде. Поэтому, видите, согласно, значит, вот этого письма, направленное в том числе и на ваше имя, мы делаем вывод следующий, что Гинзбург расписывается, что она не способна самостоятельно решить проблему 2 больниц. Ну, это понятно, как бы это не финансирование отбирать, а проблемы решать коллектива. Данное письмо направлено руководству города Киева, профильным заместителям мэра. Я думаю, что и они не смогут это решить. Далее мы выйдем на сессию. И на сессию Киевского горсовета, и, возможно, на кабинет министров, для того, чтобы на самом высочайшем уровне решить проблему сохранения 2 уникальных медицинских учреждений. И вот для наших зрителей и для наших граждан хочу сказать, что все, кто живет по принципу «пропало все», для них все и пропадет. Да, действительно, правовая система и законодательство несовершенно, но каждый человек на своем маленьком уровне должен бороться за свои права. Тогда мы построим действительно социальное, правовое, демократическое государство. Если мы будем жить по принципу отмахнуться, либо кто-то за нас решит наши проблемы, такого никогда не будет. За свои права нужно бороться. І от ще дуже цікава така історія. От ви ж як от проробляли цей документообіг, вивчали ці закони, на основі яких ми зараз запустили цю процедуру. Я думаю, що дуже важливо зараз пояснити і громадянам, і лікарям з інших лікарень по всій Україні, що ця медична реформа, вона порушує права трудових колективів. І це дуже важливо, тому що у законодавстві там є конкретно пункт, якраз у цьому законі про колективні спори, що причиною цього спору є одностороння зміна умов праці, умов фінансування, таке інше. А медреформа – це фактично зміна умов фінансування. І ми бачимо, що саме зміна умов фінансування, вони просто скоротили у 2-3 рази фактично фінансування усіх лікарень. І це є об'єктивна правильна причина цього конфлікту. І чисто в рамках законодавства кожна лікарня має право йти по цьому шляху. Це от я хочу, щоб ви розказали, щоб для інших лікарів та інших лікарень ця програма була як інструкцією до дій. Да, в действительности там ничего сложного нет с точки зрения юридической, потому что советские специалисты были ориентированы в том числе в законодательстве на рабочих и крестьян, чтобы рабочие и крестьяне без посторонней помощи могли сами защитить свои права. Я не сторонник использовать эвфемизм «медицинская реформа», никакой реформы нет, и идет ликвидация бесплатного медицинского обслуживания, поскольку капиталисты
і крупний капітал, буржуа не хочуть. Ну, теорія – це теорія, але фактично план дій. От що робити трудовим колективом? От зараз клініки не доотримали фінансування. Десь 50%, десь 70%. Тобто, що зараз робити цим трудовим колективом? План дій – перше, друге, третє. План дійства – перше, друге, третє. Значить, оперують законодательство таким поняттям, як существенні условия труда. Существенні условия труда – це є графік, режим, оплата труда, место работы. В действительности, путем изменения и превращения предприятий из учреждений в коммунальное предприятие и осуществляются существенные условия труда, которые влекут за собой сокращение, сокращение финансирования штатов и определенное увеличение нагрузок тем, кто остался. Соответственно, коллективам необходимо провести конференции либо собрания. 50% трудового коллектива плюс один человек. Либо изложить свои требования письменно, собрав подписи. Необходимо четко изложить свои требования к тому органу, который является собственником. Как правило, я так розумію, ці вимоги повинні орієнтуватися на те, щоб фінансування залишилося на рівні 2019 року. Приблизно так. Либо увеличилось. Ну, мы хотя бы... То есть каждый коллектив индивидуально, да? У некоторых как бы финансирование увеличивается, но сокращается штат. Да? У некоторых как бы может... Есть же различная манипуляция с увеличением финансирования. По бумаге чисто оно как бы увеличивается, а если учесть инфляцию, оно уменьшится. Или им увеличивают оклады, а снимают надбавки. То есть каждый коллектив индивидуально смотрит, как его обманули, а обманули всех при этой реформе. Излагает на бумаге четкий перечень требований, что им не нравится и что они хотят улучшить. Подписывают, избирают представителя, это может быть профсоюзный орган на местах. Однако профсоюзы частенько, особенно в регионах, давно подконтрольны власти, либо могут избрать отдельное лицо, либо комитет уполномоченное. Это особо, які доверяют. Да, лицо, которым они доверяют, либо лиц, которые доверяют, которых уполномачивают представлять интересы. То есть эти лица берут требования, идут к органам власти, в подчинении которого находится это предприятие, учреждение, и выдвигают свои требования. Есть далее несколько способов. Есть примирительные комиссии, переговоры, службы примирения. Главное таким образом, во-первых, заблокировать, да, волюнтаристское одностороннее государственное изменение предприятий, чтобы с трудовыми коллективами начали считаться. И дальше путем переговоров, вы понимаете, еще проблема в том, что врачи бастовать по сути не могут, да, потому что они ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, и этим пользуется власть. Однако они могут проводить предупредительные акции, могут проводить хождение по пешеходному переходу на выходных, для того, чтобы заставить каким власть... чином привернуть увагу, конечно, до проблемы. Конечно, да. Чтобы заставить власть вступить в переговоры, открыть финансирование и удовлетворить требования трудовых коллективов. Або якщо потрібна дуже консультація детальна з цього приводу, я думаю, що можна через соціальні мережі, там Фейсбук, там ВКонтакті, таке інше, знайти Андрія Гожого, Дмитра Васильця, і ми надамо вже шлях для вирішення цього питання, яким чином ми це зробили, тобто аналіз, по суті, документів і закони, на які ссилаємося, і надамо пакет для того, щоб там кожний колектив зрозумів, як правильно відстоювати свої слова. Нічого я не переплутав з цього приводу. Ні, все правильно, оскільки наша глобальна ціль – остановити медицинську реформу з допомогою трудового народу, з допомогою людей, пацієнтів, ми її обязаны остановить, если мы хотим, чтобы Украина и народ наш сохранились как государство живыми и здоровыми. Ну і, в принципі, я думаю, що дуже гарно було б, щоб в нас в Україні залишилася державна медицина, а не тільки частні клініки. Йдемо далі до іншої теми. Багато країн мають величезні проблеми через релігійне протистояння всередині. Деякі доходять до громадянських війн по етнорелігійним мотивам. Маємо сумнозвісні приклади Лівану, Югославії, Шрі-Ланки, Індії. Маємо і Україну, що майже на 95% складається з християн, за віросповіданням.
Політики частенько хочуть використовувати релігійну тематику у своїй боротьбі за владу. Маємо сумну, звісно, історію з Томос-туром Петра Порошенка та впровадження ним патріотичної державної церкви. Чи має церква своє внутрішнє право? Давайте розберемося з цього приводу. Андрію, розкажіть, будь ласка, що таке от внутрішнє право церкви чи як? Наведіть, будь ласка, фокус на це питання з точки зору юридичної. Да, действительно, как бы это странно ни звучало, но церковная юриспруденция насчитывает уже тысячи лет, и есть правила, которые регулируют как жизнь церкви, как отношения церквей между собой, а так и отношения церкви и государства. А поскольку... Я так розумію, такі правила написані кров'ю. Ці правила написані... Це як правило дорожнього руху, фактично. Ці правила не просто написані кров'ю, а ці правила дані Всевышними силами, поскольку первое, на что опирается церковное право, является Святое Писание и Святое Предание, в том числе, которое говорит, что нет ни эллина, ни иудея, и что нельзя церкви разделять по национальному принципу. По государственному – да, но не по национальному. Не может быть церкви украинцев, церкви русских, церкви евреев. Церковь – она одна. Церковь – это богочеловеческий институт, во главе которой находится Христос Спаситель, и тело церкви – это все мы, поскольку каждый, кто был крещен и относит себя к православной деноминации, является частью церкви. Также есть Вселенские соборы, которые собирались в старые времена. Они установили правила церковной жизни. Есть писание святых отцов церкви, есть символ веры. Поэтому когда мы говорим о Томосе и почему у нас здесь князь Владимир на картинке, это равноапостольный князь, который крестил Русь. Символ веры, если мы прочитаем это краткое изложение основных догматов, говорит о том, что мы исповедуем единое крещение. То есть, когда господин Порошенко хотел быть неким таким князем, который перекрестил Русь, мало того, что он ее собрался перекрестить, так он допустил на территории Киевской Руси две как бы канонические церкви, что запрещено, поскольку одна территория, одна каноническая церковь, один епископ, то есть они не могут дробиться. А он взял таких себе херувимов. Один херувим был Нарик известный, а второй херувим – это Карась. Нарик – это что, криминальный авторитет? Да, ходят слухи, это тот, который Томос спонсировал. Вот. Поехал в Стамбул, когда-то он назывался Константинополь, и по каким-то непонятным условиям, поскольку нам переговорную часть не расшифровали до сих пор, получил от Вселенского патриарха Варфоломея Томос или Томас, можно и так говорить слово иностранного происхождения. Однако Вселенский патриарх, он называется Вселенский, да, от слова Вселенная, то есть Екумена, это раньше так называлась Римская империя, Царьград. Однако он является примус интер парес, то есть первый среди равных. Он не имеет каких-то сверхправ по отношению с другими каноническими патриархами и митрополитами. Поэтому сейчас внесено в православие очень большие неприятности из-за этого Томоса, который стал политическим таким інструментом. Ну, ми бачили, якщо подивитися, фактично його використовували, цей Томос Порошенко, в своїй предвиборчій кампанії. Це була основна його, я так розумію, фішка. Таким чином він намагався, я так розумію, привернути до себе людей, і ми бачили на виборах все ж таки, що він з тріском програм, не зважаючи ні на що. Але продовжуйте по суті. Давайте, смотрите, що таке православ'я для України, и почему Порошенко решил разыграть эту карту? Ясное дело, что политика экономическая, военная, европейская интеграция у него провалилась. Хоть и мы подписали документ под названием «Ассоциация с Евросоюзом», даже повывешивали европейские флаги везде, где только можно. Мы все бачили ее наследки. Да, действительно неутешительные. Вот если мы обратим внимание на график, то мы четко видим, что 73%
с хвостиком определяют себя как православными. То есть это огромная часть Украины. Этот график я взял еще по моменту, когда мы контролировали Крым и Донбасс. Потому что это очень важно, поскольку Крым и Донбасс являются тоже православными. И отторжение там Томосна и прочие этих территорий, обзывая церковью по национальному признаку, очень серьезно влияет и на раскол внутри Украины. Поэтому Порошенко тоже посмотрел на этот график, его товарищи думают, а давайте-ка мы что-то учудим на поле религиозном. Он прекрасно понимал, что эти 73%, вот сравните с количеством голосов, полученных за Зеленского. Вот. Дуже наглядно. Он прекрасно понимал, что он проваливается, ему надо было закрепиться на маргинальном поле, чтобы как минимум сохранить какую-то фракцию и имущество. И тогда он решил объявить, по сути, здесь в стране церковную войну. Как нам вообще измерить количество верующих? Вот мы можем считать верующих по приходам по общинам. Почему? Потому что никто... Нет такого учета переписи верующих, правильно? Mm-hmm. Церковная община минимум состоит всегда из 10 человек, может состоять и больше. Но для того, чтобы ее зарегистрировать, нужно 10 человек. И если мы увидим на количество церковных общин и учреждений, мы понимаем, что Украинская Православная Церковь, ту, на которую вешают ярлык Московского Патриархата, она такой не является, поскольку абсолютно независима от Московского Патриархата, и у нас здесь создана Киевская митрополия, она независима еще с начала 90-х годов, плюс были еще изменения в устав, она является просто Украинская Православная Церковь. Данная церковь является канонической, признанная всеми автокефальными церквями по миру. Вот. Она является самой крупной. Есть церковь, которая называлась Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Эта церковь была создана господином Филаретом, он был, соответственно, монахом, он руководил Киевской митрополией в свое время в составе... Пан Денисенко. Да, в составе Украинской Православной Церкви. Однако проиграл выборы в Москве. Не стал патриархом киевским, патриархом московским и всей Руси. И я так понял, пользуясь гордыней, а гордыня грех у нас смертный, решил, играя на националистических настроениях начала 90-х, создать так называемый киевский патриархат. Почему так называемый? Поскольку он нигде, никем никогда не был признан. Пытался сделать из УПЦ Киевского патриархата, из вот этой вот псевдорелигиозной организации, однако псевдоправославной, еще Ющенко привозил сюда Варфоломея. Памятную даже монету выпускал, где красивый Ющенко и маленький скукоженный Варфоломей со свечкой стоят. Проводил тогда переговоры, как мне сообщили люди в Киевском патриархате. Денисенко тогда настоял, чтобы он возглавил церковь, однако Варфоломей, ну все-таки имея определенную совесть и понимание канонических правил, сказал нет. Ну, я так розумію, тоді вона ще була. Сестоюсь, але все ж таки, коли Порошенко, я так розумію, приїхав розраховуватися за Томос, совість кудись зникла. Да, однако Денисенко, они так и не назначили здесь руководителем, а как ни крути. И вот тогда Порошенко подумал, количество приходов хорошо, власть у меня, СБУ, все есть, у меня есть здесь структура, на которую я могу опираться, давайте-ка я войду в историю. Неким князем Владимиром. Але не війшов в історію, а вляпався. Да, сейчас насчет истории, да. То есть я привезу сюда на церковном как бы колеснице с Томосом, весь в парче, въеду в историю и создам украинскую церковь, отобрав приходы у УПЦ, потому что они же не создают новые храмы, строят, они пошли по старой бандеровской традиции отобрать приходы. Однако в историю он вошел в виде писистрата. Мне на почту прислали фотографию Порошенко из Константинополя. Так вот, писистрат – это Порошенко, или Порошенко – это писистрат, потому что князем Владимиром он не стал. Когда-то в VI веке до нашей эры в Афинах, Древней Греции, появился некий господин тиран. Он захватил власть в республике. То есть, ничего не напоминает, захватил власть в республике. Звали его писистрат.
Значит, афиняне посмотрели, что жить под властью этого Пизистрата им стало хуже. Он им рассказывал про армию, мову, веру, однако виноград не рос. Это что тоді, что зараз, в принципе, аналогии маслины не давились. Є. Да, афиняне подняли восстание и выгнали Пизистрата из Афин. Тогда что он решил сделать? Он взял красивую молодую девушку невысокого роста, нарядил ее в очень дорогую одежду, посадил ее на золотую колесницу и вместе с ней приехал в город, сказал, что это богиня Афина. И вот богиня Афина, вот эта девочка, которая играла богиню Афину, говорит: «Я повелеваю вам, чтобы Пизистрат вами правил». И они сказали: ну, блин, богиня приехала сама, и оставили Пизистрата. Ненадолго, а потом они его снова свергли. Поэтому вот Порошенко на выборы пошел таким себе Пизистратом, и народ Украины отправил его в политический утиль в итоге. Але все ж таки Порошенко выборы програв. Народ Украины показав Порошенкові червону картку. У віру втручатись табу. Але пропагандистські ретранслятори, пов'язані з ім'ям цього олігарха, продовжують нагнітати та розпалювати міжконфесіональну ворожнечу. Особливо біснувалися п'ятий та прямий канал на Великодні свята. Давайте подивимося, як це було. Московський патріархат іде всупереч владі, жертвуючи і ризикуючи життям вірян. Святиня православ'я перетворилася на інфекційну бомбу, яка повільно вибухає в центрі Києва. Дії церковників поставили під загрозу життя сотень людей. Тож чи місце осередку церкви країни-окупанта бути в лаврі? І чи готова Україна провести посилену дезінфекцію? І ми бачимо, що це фактично розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Це конкретно 161 стаття Кримінального кодексу. Поправте мене, якщо я помиляюсь. І ми бачимо, як системно, фактично викривляючи якийсь чином реальність, фактично люди просто розпалюють міжрелігійну ворожнечу. І, до речі, національний орган з питань телерадіомовлення чомусь не має жодних претензій до цих так званих телеканалів. Чому так сталося? І от ви, як юрист, поясніть, чи є тут конкретно розпалювання міжрелігійної ворожнечі? Видите, что такое? Самый краткий путь между ртом Порошенко и тем, что он производит на головы народу, является прямой, да, прямой канал и его пятый канал. Это мы показали еще самый маленький и краткий сюжет. Суть всегда сводилась к каналу следующему, что есть какая-то определенная московская церковь, а на Украине церковь оккупант, которая заливает мозги граждан какой-то там мракобесием и пропагандой и является чуть ли не диверсантом и армией на территории Украины. В действительности такие слова можно оценить как, по моему мнению, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, а учитывая, что количество приходов и количество православных верующих Украинской православной церкви составляет большую часть Украины, поэтому кого пятый прямой канал называют оккупантами? Почти всю Украину? Ну, ребята, вы, наверное, что-то перепутали, может, это вы не на своем месте находитесь? Посмотрите-ка, сколько за вас проголосовали. 8%? Ну, а оккупантами являются 73%, которые проголосовали против вас. Не за Зеленского, а против вас. Национальный совет по телевидению и радиовещанию, как и любые органы государственной власти в наших условиях, является прислугой буржуазного национализма. Это все очень просто. Что общего у парня, который ездит на тракторе в Винницкой области, и у сына Порошенко, который с тюльпаном скачет по Лондону? Ну что общего? Ничего. Поэтому надо придумать какую-то такую вот идею нации, одной борьбы, чтобы сын Порошенко продолжал скакать по Лондону с тюльпаном, а вот этого парня сняли с трактора, посадили в танк и отправили гибнуть за интересы фабрики Порошен. Является ли здесь 161 статья? Ну, мы подали заявление в полицию, конкретно вы и я после этого эфира поехали в
Подольское управление национальной полиции и написали заявление в полицию о разжигании межнациональной розни. И здесь не просто межнациональная рознь, а статья 161, часть 3, что значит, это действие по разжиганию, совершенное организованной группой. Вот, ну, канал можно посчитать организованной группой? Целиком. Да, поэтому там, извините, чтобы я не ошибся, до 8 лет тюрьмы за это полагается. Однако, знаете, мы написали заявление, потом позвонили в дежурную часть и спросили, что вы собираетесь делать с нашим заявлением. И вы не поверите, что они сделали. Заявление, по которому светит от 5 до 8 с разжиганием против олигарха, они отправили разбираться участковым. Ну, участковому милиционеру, который, mm-hmm. или полицейскому, это неважно, как они сейчас называются. То есть с каналами олигархическими пойдет разбираться обычный участковый, которого задача там, ну, семейные неприятности, там, алкашей гонять по дворам, выявлять там, угу. мелкие кражи, а и прочее. Что это означает? Это значит, что нас послали по большому кругу, и видно, может быть, команда такая есть, списывать все материалы, связанные с каналами Порошенко. Мы сделали, ну, мы поняли, что это просто списание материалов, потому что явное дело, что каким бы хорошим участковый ни был, у него нет ни полномочий, да, потому что он не является ни оперативным сотрудником, ни следователем, mm-hmm. ни тем более возможности, его, думаю, даже не пустят и близко на территорию телеканала. Эти материалы спишут и пришлют нам ответ, что, извините, мы ничего не нашли. Поэтому пришлось обжаловать такие действия полиции в суд. До речі, так, нещодавно був суд, і так, з цього приводу ми чекаємо на рішення, тому що для мене була дикість, все ж таки, рішення суду потрібно чекати 2-3 неділі в кращому випадку. І мені помічниця судді сказала, так ви що, давно не були в наших судах, які розглядають такі питання, це вам ще й повезло. Так. Да. Да, вам не соврали, но вам повезло, потому что суд, надо сказать, был выигран, действия полиции признаны незаконными, однако сейчас, слушайте, вам повезло, у меня есть конкретно судебное решение, которое от его провозглашения до постановления, значит, полного текста прошло уже 2 года. 2 года. Угу. И на данный момент судья ушел на пенсию, в отставку, так и не написав текст. Mm-hmm. Понимаете? Поэтому, да-да, поэтому, если нас смотрят в Высшем Совете Правосудия суперреформаторы, обратитесь ко мне, я вам покажу вот это вот решение. Я его с удовольствием показываю в Европе, там за голову берутся. Поэтому 2 недели – это лотерея. Можно, это вам крайне сильно повезло. Тем более против такого серьезного противника, как порошенковские телеканалы. Угу, зрозуміло. І все ж таки, давайте подивимося ще один фрагмент, на який теж ми подали документи до суду по 161 статті. Дивимося. Московська патріархія свідомо не дотримується карантинних обмежень, бо відчуває слабкість влади Зеленського. І тепер ці люди перебувають на межі вседозволеності та диверсійних акцій. Злісне недотримання карантину, що тягне за собою тяжкі наслідки, підстава не лише для кримінального переслідування. Тож відповість за незворотній спалах пандемії після такого Великодня. І чи не попросять ці ж люди, що довели до смерті своїх братів-монахів, допомоги у Російської Федерації? Ми бачимо зараз, що фактично маніпулюють та нагло просто відкрито брешуть ці персонажі, журналісти так звані, з прямого та п'ятого каналу. Ми бачимо, що показують кадри, які зовсім не відповідають дійсності. І ми, ну, навіщо, з вашої точки зору, вони це все роблять і таким чином просто дискредитують прямо одну із українських православних церков? Видите, используются стандартные штампы, разработанные еще в фашистской Германии. Да?
переназвание, передергивание понятий, потому что на территории Украины не действует никакой московский патриархат. Московский патриархат действует на территории России. Але все ж таки, якщо ми подивимося на відео, фактично, якщо ми беремо карантинні, карантинний термін, фактично, коли був карантин, то вони показують начебто карантин, але фактично беруть відео, коли карантину там рік назад вже і не було ніякого. Тобто, яким чином таким просто брати і маніпулювати, відкрито брехати, що начебто Українська Православна Церква порушує карантинні вимоги. Ну, це ж нісенітниця. Да, не просто розпространяють карантинне, не просто нарушають карантинне мероприятие, а являється, во-первых, диверсантом, вони говорять, распространителем биологической сброи, да, оружия, и призовут Российскую Федерацию на помощь, то есть к введению войск, я так понимаю. Но это обвинение в тяжких преступлениях на самом деле. Им хочется просто выставить, видимо, ту церковь, которую приватизировал Петр Алексеевич Порошенко, таким райским местом на территории Украины, поскольку в этих же сюжетах показывается тишь да благодать во второй церкви. И показывается Украинская Православная Церковь, в которую ходит большинство, подавляющую часть украинцев, неким просто сборищем, видите, мракобесов, средневековых каких-то попов. Ну, ужас. Хотя, если мы посмотрим на призывы Украинской Православной Церкви, которая говорит, давайте, чтобы был мир, давайте мириться с Донбассом. Владыка Ануфрий требовал и говорил, что необходимо соблюдать карантин. И посмотрим на другую церковь, особенно на перебежчиков в нее, которым не нашлось места в лоне Православной Церкви канонической. Что они призывают? К чему? Ну, тогда бы я не сказал бы, что они являются Богом установленным институтом. Я так розумію, осередком поширення брехні став саме прямий канал та п'ятий канал, тому що мені, в принципі, от аналізувати навіть це дикість, тому що, ну, яким чином вони вирішили, що Російська Федерація – це є Російська Православна Церква, чи Православна Церква взагалі, ну, це якийсь нонсенс та нісенітниця, така відкрита брехня та маніпулювання. Але от навіщо вони це все роблять? Тому що просто їм платять гроші чи як? Вони ж, я так розумію, ті журналісти, які це роблять, ті люди, які там забезпечують там картинку таке інше, та трансляцію, вони ж розуміють, що вони роблять кримінальний злочин. Вони розуміють, що це може призвести от така брехня відкрита і перекручування фактів все ж таки до реального конфлікту. Ну, всі гроші з реформ ушли на зарплату, видно, п'ятому і прямому телеканалу, но не выполняют свою пропагандистскую работу, видите, оперируя такими стандартными штампами: Кремль, русский мир, церковь оккупанта. Ну, еще раз говорю, граждане, видите, вас пятый прямой канал называют оккупантами, то есть мы все с вами являемся оккупантами. Вот вы поясните, вот вы, как юрист, они там рассказали, что у нас филия московского патриархата, але вот если разобраться, кто филия, вот вы, как юрист, буквально декілька слів, бо часу програми вже фактично немає. Ну, ясное дело, что такого понятия, как филиал, вообще церковное право и каноническое право не является. Значит так, у нас нет никакого здесь филиала московского патриархата, нет ни отделения, ничего. У нас есть Украинская Православная Церковь, Киевская митрополия, которая является абсолютно независимой, церковный суд, все органы управления, полная финансовая автономия находится на территории Украины. Даже обжаловать в суд решение местных судов церковных Украинской Православной Церкви невозможно. Точку ставит Киев. В той другой церкви все равно все главные вопросы будут решаться в Стамбуле. Это раз. Ну, мы должны с вами сказать все-таки, что мы сделали, потому что мы не только написали заявление в полицию и сейчас добиваемся возбуждения уголовного производства. Было подано два иска против пятого и прямого канала о защите чести и достоинства конкретно. Мы, видите, Украинская Православная Церковь занимает все-таки позицию такую, предписанную канонами православия и предписанную Святым Писанием, то, что не вдаваться вот эти в мирские разборки с обличительными псевдогонительными церкви, ну, по заветам
Христа не метать бисер перед свиньями. Однако мы с вами люди гражданские, и все-таки бисер перед свиньями решили пометать. И вот на этих таких условных свиней мы подали иски в наши украинские независимые суды в Печерский и Подольский против 5-го и прямого канала. И мы подивимося, як буде ця історія розвиватися, і будемо теж дивитися, як буде розвиватися кримінальна справа щодо цих так званих телеканалів і так званих журналістів. Свобода совісті – базове право, виборене століттями боротьби та закріплено на всіх рівнях міжнародного та вітчизняного права. Концепт розділення на свій чужий за релігійною ознакою не є новим та частенько використовується політичними невдахами для консервування свого маргінального електорального поля. Чого не зробиш, щоб зберегти свої так звані кондитерські фабрики та тепле місце під куполом Верховної Ради. Але пам'ятаємо біблейську мудрість. Посієш вітер, пожнеш бурю. Бурю народного гніву та юридичної відповідальності. З вами був Дмитро Василець та адвокат Андрій Гожий в програмі «Презумпція винуватості». До побачення у наступному тижні.